О, вас встречал, что-то пришла. Что ты тут пришла? Добрый день. К обеду он. А? К обеду. К обеду, вот видите. Ага. Люба дала, говорит, пошел поблагодарить Любу за арбузы. А она еще мне два накатила. Ну вот, хорошо. Неохота даже уезжать из Потеряевки. Ну так а зачем уезжаете? Смотри, какая у нас собака хорошая. Сюда ходили? Нет. Вот как он охраняет. Догоняет, я думала, туда сходить. Да, ну, пойдем. Ну что хвостом виляешь, а? Колокольчик. Он любую собаку может укусить. Да, хороший колокольчик. Очень даже. Ага. И кися красивая. Спаси Христос, Нина. Слава Божию. Мы уезжаем в пятницу в 3 часа. То в субботу говорили утром. Все, Витя переначал. От нас не зависит, Витя. Говорят, что предвидится дождь или не проехать. Вот так. Ну что больше сказать-то? Пятницу. Пожили хорошо, спаси Христос. Пятницу в 3 часа. Это Нина Васильевна, родная сестра моей жены, Надежда Васильевна. Спаси Христос. Спортсменка, волейболистка была. Поступала в защиту Новосибирска, там где...